Привет из джунглей Борнео. Мы сейчас наконец-то нашли тот невероятный цветок, самую большую орхидею в мире, рафлезию. Нам очень сильно повезло. Буквально вчера вот этот цветок только распустился. Его диаметр 70 сантиметров. Это свежий цветок рафлезии. Он огромный, размером с небольшой телевизор. Рядом находится цветок, который уже отмирает. Потому что рафлезия цветет всего лишь 7 дней в году. Вот два огромных цветка, самые большие цветки в мире. Рафлезия на острове Борнео. И говорят, что увидеть этот цветок — это большое счастье и на большую удачу. Потому что все-таки большинство туристов, 9 из 10 туристов, возвращающихся с острова Борнео, рафлезию, цветущую рафлезию, самую большую орхидею в мире, так и не видели. А нам очень сильно повезло.